какой любовью мы тут работаем. К своему двору нужно относиться с любовью, уверены жители 67-го дома по улице Фадеева. Заброшенный участок земли перед домом они превратили в цветущую яркую клумбу. Территорию украшают своими силами. Вот петуни, бархотки. Ну, вот здесь ирис, это все по осени мы сажали. Сейчас вот привезли, опять сегодня на даче была, привезла вот и ромашка, и ирисы, и розы. Все, что есть на даче, все высаживаем, ну, как-то облагораживаем. Облагородить именно этот участок жителям особенно важно, поскольку мимо него люди каждый день идут на трамвайную остановку. Вот сразу видно, где люди стараются сделать красоту. Ну, понятно, микрорайон. И настроение-то какое сразу, когда проходишь, красиво, люди радуются. То есть приятное делают не только для себя, а для всех жителей микрорайона. За счет этого у нас и город красивее будет. Самые активные и инициативные жители за вклад в общее дело и наведение красоты во дворе получили от ТОСа дипломы и полезные подарки. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».